Надоела сухая курица со вкусом специй для курицы, а ты не знаешь, какие новые специи и сколько их надо, а хочется нового яркого маринада до сочности в мясе, тогда смотри до конца. Маринад готовим на базе сливочного масла. Добавляем молотый имбирь, треть ложки, куркумы, не больше ложки, тарелку в сторону и берем ступу, куда внесем не менее ложки базилика, а можно и больше, и кориандр, и меньше половины ложки. Все тщательно измельчаю и добавляю еще пару ложек соли, чтобы все мелко перетереть, и отправляю к остальным специям в масло. Пару марокканских мандаринов очищаю от цедры. Также хорошо, а может даже лучше будет апельсин. Если боитесь новых вкусов, вместо цитрусовых возьмите соевый соус и чеснок. Тоже будет очень вкусно. Сок двух марокканских мандаринов также идет в маринад. Маринад тщательно перемешиваем. Лучше слегка подогреть, чтобы растопить масло. Пока все вкусы поженятся, приступаем к курице. Разрезаю вдоль позвоночника. И надо помыть, а после срезаю лишнюю кожу и жир. И отправляю в маринад. Маринад обязательно вносим под кожу и оставляем мариноваться несколько часов. Духовой шкаф включаем с конвекцией. Температура 160 градусов. Маринованную курицу достаю из маринада. Еще разочек разотру маринад. И в разогретый духовой шкаф в раскрытом виде выкладываем на решетку. И остатка маринада отправим на курицу ровным слоем. А для сочности внесите 1-2 стакана воды на противень под курицу. Спустя 40 минут прибавьте нагрев до 200 градусов. Открыв в конце, будьте осторожны, много горячего пара. Готовая курица полностью пропеклась, красивый цвет и невероятная сочность, как из параконвектомата. Подаем с любым гарниром, который вам по душе. Но хорошо дополнить вкус курицы смогут оливки. Всем приятного аппетита, пока!